Здорово, друзья! Сегодня мы с вами пойдем подниматься до Full 6, кто быстрее, но при этом мы будем с командой. Можно сказать, команда подписчиков, поэтому этих людей я не знаю, и все, скорее всего, просто банально подписаны на меня, так что таким образом мы будем снимать с вами ролик с подписчиками. Ну и пойдем мы, конечно же, в штурм. От штурма мы будем подниматься до Full 6. Если вдруг сможем набрать выкладку 300 тысяч, мы зайдем на 7-ю карту. Ну и в целом мы тут уже попытались запуститься, и могу сказать только лишь одно. Подбор на Европе почему-то не ищет, мы пойдем играть на Азию. Как бы это тупо не звучало, но, блин, вот придется делать это таким образом. Поэтому ставим лайк, подписываемся на канал, ну и подключаем команду, играем. И приятного вам просмотра, приятного аппетита, ссылки все в описании. Ищешь, где можно дешево и безопасно задонатить в PUBG? Я нашел лучший вариант, и это сайт FunPay. Здесь множество игр, и донатить можно куда угодно. Выбираем нашу с вами любимую игру, выбираем товар в этой игре, оплачиваем, даем свой ID, чтобы купить UC-шки, и буквально через пару минут UC у вас на аккаунте. На минуточку, цены здесь дешевле, чем в самом PUBG, и товары продают реальные продавцы. Тратьте UC-шки, приобретайте РП-шку и наслаждайтесь игрой. Залетайте по ссылке в описании, покупайте и продавайте. Я ему две тоже, я ему одну голову дал. Сейчас. Значит, так подумать. Они к нам бегут, походу. Да, пока не видно, что бежали. Я немножко их обойду. Забором. Они давай, за давай. Деревяшками. О, у нас сзади Вара? Пришли. За деревом там. Че, почему звуки лагают? Вон, за деревом. Что это? Надо пару ящиков, я бы такой бы залутал бы. У меня в упоре. А у меня 25 патронов. Осторожно. Брат, мы штурм. Ты думаешь, он поймет? Давай, пофиг. А за сколько нас сейчас заряжаюсь и стреляю. Кстати, это я отходил. Да, за три где-то, да. Ой, блин, этот пинг. Ох, у меня хорош. Звуки вообще просто, просто ужас. Я даже не понял. Для меня они были в другом месте. Но, конечно, файт стоит. Если там файт, то круто. Там стоит череп. Вот тут киф. Теперь бежит. Он. Ушел. Ну, блин, не знаю. И что, а вдруг с него ничего не выпадет? Ну, конечно, конечно. Даже вон там есть люди. Почему мы опять в какой-то засаде спавнимся? Это, блин, вот не Европа. Здесь в такие минуты, ну, я не знаю, что люди делают. Он, я ему две головы попал, но я думаю, смысла нету. Больше в Гуди, блин. Ничего себе. Да я тут, да. Как ты их побеждаешь? Красный, ты красный. Жульничаешь? Я... Ну, у меня 4 башки залетело. Мне нужна... Уж, ой, там целая пачка. Да, пластину. Слева нас крутит чел, да ну, а чё делать, а как играть? Да почему тут все так странно играют? Так же люди не играют. Михаума. А, он меня заметил, я понял. Ну да. Ага, мне М-ку возврат зеленую дали. Так, ну как бы окей. Мы все же что-то подняли. Надеюсь, что с вас это не сняли, потому что могли снять. Да, но в целом на один за 5 минут как бы, ну, запускается. Это уже очень хорошо, я бы сказал. Прям ну очень. Да, это уже не 20, не 15. В смысле 15-20? Мы причем 40 сидели. Причем у меня ранг большой. Только да ё-ма, есть... ну не надо! Только есть один минус, да? Ну то, что... откуда вы... Да, это вот самый главный минус, то что каждый раз какая-то фигня. Здесь, походу, потом, у них не принято лутать радиацию. На, дядя, если чё. Я скинул хаешку. Мы тут застоплены очень жестко. А он еще смотри, сверху. Ну, если их двое, нам хана. Да, Вуди, ты мне мешаешь. Ну, чуть-чуть дал, но... Да. Ну да, как это контрить вообще? Почему вот мы только спавнимся, и к нам сразу же прибегают, типа, они, типа, просто с ВХ бегают или что? Ну, мне уже какой раз везет тем, что мне калаш выпадает, ну, прям постоянно. Ну, там еще Бизон был тоже неплохо, но... А мне выпали во всех катках Юм, Ночником. Ну, это лучше, чем Коряк. Ну да, это лучше, чем Коряк. Почти все лучше, чем Коряк. Меня спалили. Я, короче, здесь под нами где-то. Хотел типа в спину забрать, но у меня ничего не вышло, да? Ребят, давайте как-нибудь договоримся, я не знаю. Не, они все меня пушат. Бегите. Очень быстро бегите. Очень быстро бегите, они очень близко уже. Ой-ой-ой, гроза кобра. Каким-то образом. Да, мне нужно черное письмо, оно не падает, а сейчас сразу. Мне, короче, гроза кобра выпала. Ну, слушай, тебе черное письмо так-то тоже нормально. То есть ты сейчас откроешь, то будет неплохо. Если ты за одну минуту успеешь, ну, открыть и убежать, даже за полость.
Ну, хотя бы открыть, забрать в сейф что-нибудь и умереть. Я же говорю. Я назад пошел. Файт не надо захиляться. Пошлите оттуда, пошлите. Короче, на вот этом здании Вархаус, короче, где черное письмо открывается, там сейчас молики. Они идут на вас, по-моему. И у меня люди. Да в смысле, откуда они берутся? О, вот сюда забежали, к вам забегают. Да, к нам зашли. Пацаны, почему отрадки так быстро убирают? Я тут тычку ему дал. Это вообще хорошо. Я понял. Не, Андрю, биби. Ну да, спингом таким пикать, наверное, очень не вариант. Ну не главное, чтоб у меня... Я понял, тут вообще просто без вариантов. Да в смысле, типа, ну сколько можно? Ну как это работает в этой игре? Ну что за сервер Азия? Я не понимаю. Что это такое? Вот, посмотри, что творится. Нельзя на Азии играть, ну это просто невыносимо. Как это? Как посмотри, это контрить? Что творится. Просто заходим, а они уже на нас убегают. Поэтому в штурме на Азии никого нет. Почему никого нет? Потому что логично, да, почему на Азии штурм не играет. Потому что не может играть. Я просто без комментариев. Пацаны. Ну я пошел. Я не знаю, это как эта игра работает. Ну, на шансов вообще как будто бы нет с такими вот катками. Нет, ну вот у нас есть шанс. Вот сейчас, если один тип без пушки бежит, а мы его закрытим скором. Мне кажется, и так не будет. Ну да, если первым начать стрелять, первым начать стрелять. Так, я надеюсь, они босса забрали. Да, здесь открытые ящики. Понятно. Это на том боссе, где мы были, да, получается? Весело они играют, да. Я не понимаю, почему они так играют. Спасибо! Ну что сказать, удачи. Здесь, наверное, до последней минуты нужно сидеть, наверное, ждать. Потом, может, что найдешь, там, четверок. Ну, да, китайская игра, это да. Так, ну, я, возможно, паду героем в неравном бою. Но мы сейчас увидим. Медицина, вот сюда, у меня сюда. Три собой. Так, 8 месяцев. Убейте хардную босса по-быстрому. Вот здесь, он хам дали. То мы даже, наверное, не убьем. Ну, так-то убьем. Если постараться. Мне кажется, это не фул 6, а фул 3. Не ясно, что-то вообще. Тут даже все ящики открыты. Как так можно играть? Давайте попробуем в Европе запуститься. Четверкой бежит. Вон он какой. Дай. Ух, легенда. Четверка тоже, видимо, из штурма, только он сольник. Да уж. Вот так ребята тут играют. Ну, нет, ничего, только патрон. Разрывных семерок упало и все. Броня пятого уровня нашел. Вот. Нормально. Ну, как бы, да, как бы приятно с тканью. Блин, как же тут все это? Нет свободного места. Да почему нет свободного места? Так, ну-ка, что еще? А, это тоже китайцы какие-то все. Так, странно, у меня уже да? Выплатка 550. У меня 769, уже неплохо. Блин, только сейчас еще больше могу сделать. Хотел. Не, ну то, что пятую броню оставили, вообще класс. Так, я пойду, Андрюх, поколдую, и я... У меня просто телефон садится, хочу через этот... через попробовать, через Wi-Fi подключиться. ОБС. Зачем тебе ОБС? А? Ну, у меня зачем просто тебе? Так... Зачем? Да у меня телефон садится. А зачем тебе вообще подключать? Да снять видосик. Так и зачем, если я снимаю? Не, ну чтоб был. И куда его? Не знаю. Наконец-таки мы дошли уже до нормального режима. Так, куда бы нам побежать, чтобы нас не слили по-быстрому? Ну, у нас справа есть люди. Я просто... Нет. Мне одну тычку, я все. Я вам скажу, если будет. Ну, главное, мансить как паучок. Мне нормально, типа... в голову, чтобы не попали. Да, согласен. Ну, типа тут ни у кого шлема нет. Самый сильный, некий-то, второй. Ой, как сейчас отыграемся, одна хаешка минус 4. Ой-ой-ой. Блин, ну, лучше бы у меня вместо этого грани какой-нибудь был бы, АМР-ки. А мне бы вместо шестого броника, добрый бы затоплю, тем голову пушку. А люди у нас. Типа. Там теплый свет. Да, видел. Ё-моё, и там тоже. И там, короче, люди. Так, да, с башни 4. Заживет. Ну все, сидим, просто не вылазим вообще. Прям никак. Да. Только закидывать могут. А то, что они, наверное, и будут делать. Это типа чекает нас. А, никого нет. Могу зажать. У меня перезарядка. Заря ты ползешь, конечно. Так.
Нет. Пес меня держит. Первый шлем с тебя выпал. Ну они прям именно в мой столб стреляют все вместе. Ну-ка я тут. Офигеть, нифига себе. У вас есть хаешки? Не-не-не, я не брал. Да, нет. Блин, вот я... Я только что мог на одного типа... Это он же, да? Да. Эй, гаденыш, блин. Дядя сейчас сзади придут. Ну я все разбросал. Все, что мог. Там типа затимиться хотят, там типа затимиться хотят. Я твой подписчик, где тимингу. Никакого тиминга. Короче, говори мне, подожди. Я, может, попробую залутать его? А иди вот того салутай. Праздники, не важно. Ну, брони нет. Смотрите, я сейчас могу хаешку в вор закинуть. Была бы хотя бы броня другая. Тут дым, конечно, ну такое. Да. Ой-ой-ой. Уху. Фиолка. Блин. У меня дым не дает. Да ты лучше стой и стреляй, если он выйдет. Давай. Да блин. Хорошая. Сложно, но окей. Я аптечки, хаешки беру. Шестой шлем выпал. Так, а там что-нибудь остался? О, уже. Непонятно, что-то осталось или нет. Да, шлем вот, ну блин, зачем нам шлем? Лучше бы броня была. Ну да. Так, а у нас... Потери есть, но... Дядя, у тебя есть ткань? Лишней нет. Я, ты можешь только со мной ходить, но вообще есть. А у нас там это, забери, смотри, две файлки вызвали. Да, забери. Чтобы у тебя хотя бы какая-нибудь защита была. Ну давай. Поможет, наверное. Я, ну, не судя уверен, по всему, конечно, нам нужно идти дальше. О, тележка подъехала. У нас вагонетка приехала, дядь. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Ну блин, такая толпа. Я старался как мог. Я тоже, что-то они прям в три лица на меня вышли, было сложно слишком. Ну окей, как бы пойдет, я все засейвил, что мог. Что-то как-то реально много. Блин, ну, надо тут в радиацию было бы бежать, ну ладно. Я с клубом честно. Теперь я играю на телефоне, на котором 45. ЧМК? Да. Мне перста, давай тащи. Шел нафиг. Пойдемте к дяде, к дяде, к дяде. А что-нибудь выпало с него? На, ну, отлично. Там еще, если что, еще есть. Тут... Ну, с другой стороны. Я не знаю, как я перестрелял шестерку в упоре, имея только пятую броню. Без понятия. Причем он, кстати, первый вылетел на меня. У меня, в принципе, одна броня осталась. У меня тот подарил шлем, тот рюкзак подарил. Мне рюкзак осталось... первый. Кому-то раскид нужен, у меня просто дофига раскид. Мне. Ну, он, когда я выходил, он здесь уже был. Вот здесь он уже был. Давайте на проверку сходим. Ну, кто танк, выходите. Да. Окей. Тогда во все выходим. О, кроме Никита. У нас люди. Слева топает. Ага, далеко что-то он убежал. Да-да, ну куда он? Это шестерка, он справа теперь. Боюсь, каких-то не доделал. Он справа, да? Третий, иди выходи, он на тебя. Только тихо выходи, чтобы он тебя не спалил. Ты можешь его просто завалить. А, он идет на нас. Сейчас я ему хаешку запрею. Дай-ка мне тут где он. Блин, Кирилл дал. Бедный китаец с Гонконга. Где еще? Бедный китаец с Гонконга. Не повезло. Раньше мы нас побивали, что теперь мы их. Ну, а нам-то тут вообще что-то даже легко будет их закрывать. Так. Ну, мне теперь нужна броня только. А мне тоже только броня. Оружие пофиг,
чисто броня. Там с третьим только пошлем. Да. Типы. Давайте с Д зону зайдем. Думаешь, зачем их бояться? Мы же вчетвером. Или... Да? Никит, если что говорите, скину раз. Убейте бота. Ой, этого собаку, она меня съест. Пойдем. Давайте, выходите. Ай-яй-яй, вот здесь чёрт сидит. Пойдем, Вуди. Не дайте добить. Так-то. Ну, хп. Ну, не прям лоу, но... Я ему в голову отстал. Как калашом просто. Как они нас вдвоем победили? Так, окей, ну теперь я вряд ли куда-то смогу зайти без брони, ну ладно. Но мы сейчас можем почти самые первые или даже самые первые. Давайте босса быстрее забираем. Ну, забирайте. Золотой. Ой, а что я пропускаю? Я уже пропускаю поэтому. О, броня 97, броня. Дерево, вот. Что-то вообще. Шлем. А мне все выпало. Мне ничего вообще не выпало. Вообще ничего. Я забрал аптечку в итоге. Ой, мэр. Я забрал 10 разрублей. О, ну уже? Уже хотя бы что-нибудь. Ой-ой-ой, вообще радко сыпь. Знаете, есть одна очень крутая тактика. Можно сесть крысить, и, возможно, мы победим. Ну мы же подобные. Сейчас я хочу, знаешь, что еще? Еще одну оружейку. Мне нужны обрезы теперь. У меня еще люди. А там шестерка, да, была? Где-то тут. У нас вот здесь. Оу. Ну я в четвертой броне сильно не мог ничего сделать. Вот здесь бесит челом топает. Где он? У нас один просто вылетел. Понимаю. Еще наверху. Да, они тут по верхам сидят. Так, дядь, ну я предлагаю сейчас, знаешь что, отойти назад. А, меня убили, мне вопрос. Золотая своего, дядь? Может, хотя бы броня будет? А если не будет? Меня еще вот здесь. Да, а как бы да, но у нас тиммейт просто как бы иду. Отошел. Ничего нету у этого типа, вообще ничего не выпало. Я люблю моменты, да, когда вот вылетают, прям вот, знаешь, файт, и сразу надо вылететь было. Да. Другой тип, там еще другой склад пришел. У нас, смотри, дядя. Капец, вот как его там не закрыли, там АФК стоит. Фига их тут толпа. Советую вам какого типа убить, вот одну шестерку, лежачую, вот. Лежачую. Вот сейчас, давай. И тебе залутать по одну секунду. За одну секунду залутать и убежать. Лутать? Ну, залутаем. Ух ты, там что-то прилетело. Вы прям вовремя спрыгнули, вам молик закинули. О, он зашел. Мы тут уже зовешь или катку. Я вижу. Этим кого-то. Ой, у нас еще сзади. Ну, они постоянно берутся. А меня убили, прыгнь ты. Он спрыгнул, дядь. У нас тут главное еще. Он туда побежал. Так. Так, ну уже что-то есть. О, он блин, красненький. Какой момент хороший был. Да мы уже фулл 6. Так еще же не одной. Дядь, так ты живешь, дядь, собака... еще? А их двойка, да? Ну, вот да, их двойка. Там, короче, вроде шлема и рюкзак выпал с того. Помнишь, я там добивал у тебя красный? Да там мне еще, это кстати, не нужно. Был на бл... Как будто штурмовик лут воровал. Штурмовики. Ну да, это штурмовик лут воровал, кстати. Сколько они будут здесь сидеть, крысить? До конца, судя по всему. Чьи гранаты? Ничего себе, кстати. А нам не выгоднее это на факторе балкончик забрать? Он убежал. Бля, как ты живешь? Это хорош. Сольник был, там и другой. Дядя, подожди, ты один. Знаю. Чё? Да пошел в жопу крыса, блин. Какая же крыса? Ну, как, вот я просто вылетаю, а он за стеной стоит. А их двойка, да, была? Да, он просто... Я не знаю, почему он по мне не стрелял. Он прям стоял у меня за спиной. И тебя даже потом в ногу. Ну, мне чисто бронька осталась. Что-то слишком долго. Это еще не так долго. Могло быть намного дольше. А если бы мы все сидели бы на этой Европе? Там двойка, там двойка. Хороший. Нет, там тип один. В целом тактика простая была. Точно один.
Вон он, да будет! Ты чего, не видишь? У вас за стеной. Точнее, на стене. Я в одного стреля, он вообще там. Ладно, даю, даю кому-то из вас МКшку, вышку тут в трупе лежит, то, что у меня уже есть. Дайте мне, у меня пулик вообще. Так. Живот. На живот. Не живот, а тут, да ну нафиг. Иди сюда. Меня собака убила. Дядя, просто. Нам хана. Нам хана. Зачем вы все нокнулись? Значит, запутаться, скидывайте молик. Куда? Уди. Вот туда закинь. Вот осуждаю. Ну почему влево, меня? Влево. Меня убила собака, другого босс. Супер, супер, просто супер. Только где, я не знаю. Я знаю, где хорошо можно покрыщить. Пошлите, покажу. Подожди, иду. Давайте это, я тут посмотрю. Отсюда посмотрю. Так, второй мы должны будем. Атака спит. А вы ту сторону, пацаны, смотрите. Правую. Какую правую? Вот сюда. Да вот сюда, впереди где-нибудь, за ящики. Сейчас иду, сейчас. Они, короче, через лестницу, понял, которые зашли? Откуда же и мы? Красненький, давай быстрее. Кашечку. Ой, блин, вы зачем отметили? Твою дивизию. Твою дивизию. Я даже не смог выделить. Мне эта табличка просто помешала. Лучше. Добивай этих недоделанных. Да убей его, Сейчас его команда придет, а у тебя даже патрон нету. Мне шли остальные. Он хотел просто наших на кулак посадить. Чё с того типа? А как ему урон не прошел? Так, ну я думаю, вы уже не успеете что-то зайти куда-то. Нет, у меня еще. Ну что, я на последний. Все, у меня на балансе 500к, который я вынес. Я могу еще. Сейчас еще все тайминги просрём. Прям супер. В голову шотнули. Даже проиграли Бату на 5-й карте. Блин. Две головы тебе туда. Хоть нас, я тебе боевого. А кусочек вымыл это. А сколько я? Одного добили, да, дядь? Трое? Да. Я понял, что можно. Блин. У меня медицина сейчас кончится тупо. У меня есть. Могу тебе подкинуть. А кто-нибудь наверх забежал, кстати? Они все справа или сверху тоже есть? Не все справа, наверное. Но они пробегались сверху, в принципе, сюда и так, изначально. Я из-за них, я понял, я талант перекачал. Блин, тайминг какой тупой. Почти. А он слева перебежал направо. Пробегаю. Мне бы сейчас... Я просто во второй, я даже не хочу сильно пикаться. Со второй брони лучше. Да, Вуди, а поменяемся местами. Он что, пытается залутать? Блин, да какие тайминги тупые, ну сколько можно? Чуть-чуть дал. Да, хорошая граната у него была. Ну, он 50 хп. Ну уж не проигрывайте. Ну вы чё? Как так-то? Ну, не всегда, не везде работает, но это может работать. Я не знаю, какое там. За эту ситуацию, как он мне, под лагонеткой прострелил, и под этим он меня, под дверью. Под воротами. Под двумя. Только это почему-то не забегает в радиацию. Вон он. Не знаю. А почему не попал? Мне хана. Блин. Как тупо. Ну вы хотя бы спасайтесь. Куда они? Понятно. Давай, я тут. Блин, я с МГшкой на дальняк. А мы хоть того нокнули или нет?
Вообще мы ничего не сделали. Я раз 4 попал, у меня текстура у него пропадать начала. Чего? АМГ, это... Ты где они? А, ну увижу. Они уже в упоре все, дядь. Да, две головы. Выживи хотя бы ты, дядь. Я не знаю, как со второй броней это тупорылы играть. Ну, но их там фул пачка. Надо. Их четверо. Не, петуха. А как он не нокнулся? Я не знаю, как они живут. Ему прям же в упоре. Бая куда кинул? А тебе он сейчас... Ладно, я пойду тоже без брони. У меня вот четвертая. А то у меня вторая броня и шестой шлем, но почему-то все в броню попадают. Да тебе какая разница, у тебя что броня, что шлем примерно одинаково танкует. А у меня и того нету. Броник, шлем, пожалуйста, мне. Только для чего он? Самое бесполезное. Не, закиньте маленький. А, жалко. Не тот режим стоял. Жалко, нельзя мочить. Вы куда? Он же тут, он как сейчас меня? Идет. Тут вообще нельзя нормально стрелять, вот в этом проблема. Вроде бы первый убежал и умер первый. Все логично. Так, на не топай. Воу-воу-воу-воу-воу. Так лучше бы... Каленый сильно, но... Живой. Валим. Он сейчас поешку греет. Алин, пошли! Подымай, подымай. Садись. Не совсем так. Почему я не могу взлететь? Еще молик есть? Кидай еще молик. Да. Их там двое. Вы точно думаете, с этой лучше отсюда пушить? Или пока бросить их? Да непонятно. Дядя, а это куда? Андрей, а когда ты видео его запустишь? Сперва надо снять. Подожди, да. А мы сможем его вообще снять? Не факт. А можно хаешку пожалуйста? Короче, у меня смотрите. Ну, а хорошо. Дядя, у меня к тебе предложение. Мы берем, ложим с собой по 6 рублей. Он далеки, да? Мы убиваем купо. Ну все. И говорим. Кстати, чего выпало в фул 6, а я забыл включить запись. Я фул 6, ребята, все, всем пока. А тот шлем 6 еще лежит, а ВМ вышка. Так забирайте, мне кто-то еще один сможет фул 6 полностью быть. У меня шлема. А вот шлема, все отпушайте. Ну, я фул забит, так что мне нормально. А я один полностью этот голый, да? Ну, тебе не повезло. Это ну, как хорошо. 52. Ну все, идем на выход. Наконец-то. Так, это на продажу, это на продажу, это на продажу. А еще бы до выхода бы добежать. Я думаю, это будет уже не так тяжело. Я думаю, что мы, в принципе, кто-то из нас точно победил. Ну, явно видно, кто. Ну, ты первее. Я первее сейчас выбегу просто. Я самый первый вышел. Но гранаты хорошо. Конечно, пошли. Причем это были не совсем мои гранаты, я там с кого-то наподбирал, так что нормально. Над этим заканчиваем? Получается, да. Неужели? Прошло всего-то надо 3 часа, поесть. Ну, всего-то. Да, надо похавать хоть. Только почему-то не могу лайк, а вот, лиснулось. Друзья, на этом все. Наконец-таки мы все же доиграли спустя миллиард поражений. Все равно одна победа у нас в итоге была. Ставим лайк, подписываемся на канал, не болеем. Ну и до завтра в новом видео. Пока!